Рыбацкий рейд. Советы для успешной рыбалки. Солнце встает над водой, окутанной легкой дымкой. Под поверхностью, невидимая глазу, кипит жизнь. Привет, друзья! Вы на канале. Сегодня мы поговорим о полезных советах для всех любителей рыбной ловли. Поехали! Выбор удочки и катушки. Выбор оружия, так сказать, это первый шаг. Учитывайте, на какую рыбу вы нацелены. Легкая удочка и катушка подойдут для ловли мелочи, но если вы охотитесь за настоящим трофеем, вам понадобится снасть посерьезнее. Леска – ваш невидимый помощник. Леска, соединяющая вас с вашей добычей, играет решающую роль. Слишком тонкая – порвется под давлением. Слишком толстая – отпугнет осторожную рыбу. Более легкие лески для деликатной рыбалки, более тяжелые, когда нужна грубая сила. Экспериментируйте с разными типами плетеный шнур, мононить, флюорокарбон. Приманки и наживки, соблазняя добычу. Чтобы соблазнить нашего подводного противника, нам нужна правильная приманка. Живая наживка может быть неотразима, но и искусственные приманки могут быть не менее эффективны. Экспериментируйте, наблюдайте, адаптируйтесь. Глава 4. Экипировка. Готовность к любым условиям. Комфорт и безопасность на воде превыше всего. Одевайтесь многослойно, чтобы легко подстраиваться под меняющиеся температуры. Хорошая обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара просто необходимы. Глава 5. Знакомство с водоемом. Знание водоема так же важно, как и любая часть снаряжения. Изучайте местные водоемы и общайтесь с местными рыболовами. Чем больше вы знаете, тем лучше будете подготовлены. Глава 6. Время года, ритмы природы. У разных видов рыб разные периоды активности. Некоторые предпочитают теплые месяцы, другие – более прохладные воды. Подбирайте свою тактику в соответствии с этим. Глава 7. Время суток, часы кормления. У рыбы есть периоды высокой активности и отдыха. Рассвет и закат часто являются лучшим временем для рыбалки. Наблюдайте, экспериментируйте и корректируйте свой подход. Глава 8. Техника заброса, точность и мастерство. Заброс – это настоящее искусство. Отрабатывайте технику заброса для достижения точности и дальности. Хороший заброс – это сочетание ловкости и чувства времени. Глава 9. Проводка, оживляя приманку. Как только ваша приманка окажется в воде, вдохните в нее жизнь. Экспериментируйте с техникой проводки. Ключ к успеху – пробудить хищнические инстинкты рыбы. Глава 10. Чувствительность к поклевке. Острые ощущения от погони достигают кульминации в момент поклевки. Будьте бдительны и держите чувства обостренными. Развивайте чуткость к леске, научитесь предугадывать поклевку. Доли секунды могут означать разницу между успехом и разочарованием. Глава 11. Вода бывает обманчива. Если вы рыбачите с лодки, спасательный жилет – не предмет для обсуждения. Он может спасти вам жизнь. Глава 12. Всегда следите за погодой. Никогда не стоит недооценивать мощь природы. Если есть сомнения, возвращайтесь на берег. Глава 13. Несчастные случаи случаются даже с самыми осторожными рыболовами. Всегда имейте при себе хорошо укомплектованную аптечку. Базовые знания по оказанию первой помощи могут сыграть решающую роль. Солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оранжевые и фиолетовые тона. Одинокий рыбак сматывает удочку, на его лице довольная улыбка. На сегодня все. Надеемся, эти советы помогут вам стать более успешным рыболовом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими советами в комментариях. Хорошей рыбалки и до скорой встречи!